Вопрос о том, сохранилось ли в наших отягощенных заботами современниках хоть что-то от героев алых парусов, заставил нас выйти на улицу. Романтика, природа, вода, любимый человек рядом. Все вообще-то для меня. Я приехал из Питера, и приехали мы только что вот с севера, 600 верст, Северная Карелия. Я только туда ради романтики езжу, а иначе зачем бы я бы за 1000 верст бы поперся бы сюда. Романтика у нас на каждом шагу. Вот, да. вот на берег сел, спокойно посиди, посмотри на озеро, вот тебе романтика. Да. Иногда встречается. Реже, чем хотелось бы. В своей работе, в повседневной жизни вы встречаете, имеете вот таких романтических моментов достаточно или хотелось бы больше? Предостаточно. Кто тогда вы по профессии, чем занимаетесь? Врач, психотерапевт. Увлечение работой, та же самая романтика ведь. А кто вы по профессии? Чем занимаетесь? Торгаш. Такое скверное название — торгаш. И в вашей профессии есть романтика? Конечно, романтика есть, ну а как же без романтики-то?